В вершине Тёи, в поселке, который известен как лыжная столица Хакасии, сегодня кипят совсем не спортивные страсти. Местный глава Сергей Дегтярев публично заявил о своем намерении уйти. На поселок обрушился сильнейший снегопад, и глава не смог справиться с ЧС. Для такого населенного пункта тут минимум должна быть КДМ-ка, должна быть погрузчик, однозначно должен быть. Тротуары должны чиститься хотя бы тем же БТКом. Но нету у нас ни средств, нету в бюджете, допустим, для приобретения такого вида техники. Нет у нас денег. А деньги как раз были, ведь в действительности разгребать снег лопатой сельских чиновников никто не заставляет. Есть специальный дорожный фонд, его части ежегодно распределяются между поселками. Для Тёи было выделено 170 тысяч. Это вполне достаточно заключить долгосрочный договор, скажем, и не приводить ситуацию в ранг абсурда. А дальше Дегтярев показал острый и неожиданный политический этюд. Оперативно отправил в районный совет депутатов заявление об отставке, но быстро передумал и забрал. Принять какое-то решение, оставить Дегтярева или нет, совет депутатов не смог, потому как сам глава проигнорировал заседание. Республика пытается нам помочь. В прошлом году мы, значит, очень большие деньги получили на поддержку нашего муниципального предприятия, управляющая компания. Мы получали на уголь, мы получаем и другие помощи. И говорить, что Сергей Николаевич на сегодня оказался брошен один, нельзя. Получилось, что реально поселком в данный момент никто не управляет, а это в разгар отопительного сезона, при том, что вершина Тёи – поселок специфический, коммуналка здесь последние лет 20, как уже не новая. Да и снег, который и вызвал такую необычную реакцию главы, в тайге никакая не аномалия. И к тому, что здесь принято ждать, пока он сам растает, местные жители привыкли. Наши школы, они практически вот за зиму, у нас две школы, начальная школа, она не чистится, и дети передвигаются к школам по дороге. Но тротуары должны, они обязаны почистить в первую очередь. А то ходим по дороге, когда вот такой снегопад и все. В этот раз в вершине Тёи помогло Министерство транспорта. В срочном порядке оно отрядило на борьбу со снегом технику, по сути, сделало работу главы. Дегтярев вместо отставки оформил больничный. Вероятно, из-за болезни главе сейчас нельзя говорить по телефону, потому как весь день сегодня он выключен. Елена Крылова, Вести Хакасия.